Друзья, всем доброе утро, хорошего дня и отличного настроения. На календаре 19 января. Я поздравляю всех с крещением Господним. Находимся мы с вами на территории стоянки Тургай, которая расположена на Елабужской объездной в Республике Татарстан. Так что время здесь московское. Едем мы сегодня выгружаться в город Казань на улицу проезд Рехмет. По-моему, так, Рехмет, да. Дом 14, строение 2. И также у нас сегодня будет второе место выгрузки. Это у нас Казань, поселок Левченко, улица Рахимова. Дом номер... Минуточку. Сейчас вспомню. Так, дом номер... Это не тот дом номер. Рахимова 2, корпус 9. Вот так. И, как я уже сказал, на часах у нас 7 часов 17 минут. За бортом минус 11,5 градусов, где обещаны крещенские морозы. Наверное, все уже прошли в Рождество. Ну и ладно, нам поменьше холода, получше, как говорится, будет. Утро сегодня обещает быть добрым. Так что, друзья, усаживайтесь поудобней. Проснулись, потянулись, улыбнулись. Сделали разминку для шеи, улучшили кровообращение. И... взяв чашечку кофе, сев на теплый мягкий диван, друзья, получаем удовольствие от того, что мы сегодня увидим уже в светлое время, а не в ночное, как обычно это у меня происходит. Ну что, трудяга мой разогрелся уже до 34 градусов. За бортом, как я и сказал, 11,5 со знаком минус. И топлива в баке у нас предостаточно, так что до... Нижнего Новгорода нам уже не надо будет заправляться, и давайте поедем, потому что прибытие у нас, так, маршрут у нас показывает 188 километров осталось. Да, и конечно не Рехмет проезд, а Хезмет, немножко одну букву перепутал, но мне простите, иногда бывает, хочешь сказать правильно, что-то вылетает, вдруг не та буква, не тот слог. И по поводу размораживателя. Вчера нарекламировал, что рекомендую. А сам потом пересмотрел ролик и думаю, а размораживатель залил еще в тот день, когда купил его в магазине. И через три дня у меня пробка разморозилась. Но на самом деле... я особо не забивал голову размораживанием пробки, потому что она у меня открывалась. Самое главное было не вставать в тех глухих местах, где могут слить топливо. И поэтому тут способов было много. Самый такой простой, это надо было облить пробку кипятком, продуть воздухом и уже вот залить вот этот самый размораживатель. Или же другой способ, вообще отцепить пробку от бака, от цепочки, положить ее под автономку на ночь, она бы вся просохла, и вообще тогда уже не надо было никаких заливать размораживателей и т.д. и т.п. Но тогда надо было бы бак закрывать на ночь чем-нибудь, чтобы не попала грязь, и вдобавок ко всему, мало ли на стоянке у кого какой будет соблазн залезть в открытый бак. Так что такие варианты я не рассматривал. Раз, думаю, не тяготит, сама постепенно оттает. Что и, в принципе, и произошло. Да, парит труба у трудяги. Сейчас, конечно, температура у нас покажет реально уже на ходу, так как кабина все-таки греется от автономки. И да, уже на... на один градус поползла вниз. Я так выходил, по ощущениям-то все 15 градусов. Да, уже 13. Что, остановилось? А мы сейчас пойдем на спуск еще вдобавок, а в низине всегда еще холоднее. Да, уже 13,5, все, опускается. Интересно, до какого предела. Но до 20 точно не дойдет, потому что нету такой сегодня температуры. Хотя по факту
19 января крещения должны быть сильные крещенские морозы. Да, поторопился я сказать, что до минус 20 не дойдет, а уже минус 18. Минус 18 это мы спустились в низинку у подножия города Елабуга, где я тоже собираюсь как-нибудь устроить экскурсию на колесах. Наверное, уже теперь после отпуска. После отпуска, который я планирую взять в феврале. Да, у кого-то заклинило колесо на прицепе. Долго он тащил и чертил резиной по асфальту. Где-то, наверное, должен быть бах. Только времени тащить, скорее всего, оно просто стрельнет. Да, интересно. Но вот за такой промежуток времени оно уже стало квадратным. То есть даже потом, когда его удастся восстановить, ездить на нем будет невозможно. Оно будет стучать постоянно и разбивать сайлентблоки и подшипники. Проехали мы уже 4 километра. И вот здесь колесо, походу, хлопнуло, потому что след уже стал невидимым, точнее, бортиками его уже чертит. Где же у нас остановка-то будет? Неужели человек не видел? За это время уже дым пошел бы сильный. Взорвалось-то оно не случайно. Ну, а здесь уже следы потерялись. Если, конечно, я дорогу и увижу. А, вот, опять нашлись. Если я увижу, где кто-то будет стоять, я вам, конечно, покажу. А вот уже на обочине как раз кто-то и стоит. Но нет, тут сдвоенная резина идет, а стоит полуприцеп-то. С обычными колесами. Нет, коллега просто устал и встал. А здесь я уже не вижу, куда что потерялось. Вот вроде идут они. Теперь он тянет по левой полосе. Тянул, точнее, а может тянет где-то впереди. Правда, пахло бы резиной горелой, но не пахнет. Может, это уже давно было, да еще не успело стереться это остатки резины на асфальте.
подъезжаем мы к Казани. Здесь вот участок такой с пешеходным переходом. Одно время снимали ограничение скорости с 50 было до 70, сейчас опять поставили. Но вроде стационарной камеры-то нет, но всего можно ожидать. Поэтому здесь разгоняться не стоит. На часах у нас 9:36. За бортом 12 градусов мороза. И мы как бы немножко, не то что опаздываем, задерживаемся. Да? Начальство говорит, не опаздывает, оно задерживается. Мы просто рассчитывали, что подъедем к 9, но подъедем к 10, потому что осталось 8 километров до места. И мы сейчас эти 8 километров с вами обязательно посмотрим. Там, по большому счету, будем заезжать по Малмышскому, Мамадышский тракт, он называется, Мамадышский тракт. И с него уже будем сворачивать на этот проезд по нашему адресу. А потом мы будем переезжать. А вот как будем переезжать, я пока, честно говоря, даже сам не знаю. Конечно, самый легкий вариант — это выйти опять на объездную города Казани и уже с объездной заходить в город опять по этому адресу. Потому что, насколько я знаю, по Казани днем особо не раскатаешься на грузовике. Там везде знаки. И не хотелось бы, конечно, налететь на неприятности. Хотя денечек такой солнечный. Сегодня прям сам Бог велел экскурсию на колесах устроить по Казани. Но посмотрим. Я сейчас где буду выгружаться, спрошу. Может быть, местные водители мне подскажут, где можно по Казани прокатиться так, чтобы и город показать, и в то же время по адресу приехать по второму, на улицу Рахимова. Но как это получится у меня на практике, мы узнаем чуть позже. А сейчас мы как раз проезжаем то место, где строится новая развязка. Это будет заход в город Казань. Еще один строят. Бедная березка согнулась. Вон. Тут целая группа экскаваторов шпарит. Как они только себя ковшами не задевают. Смотрите, тут и экскаваторы, и бульдозеры. Совочки стоят на подхвате. Два с половиной километра осталось до съезда. Ну и от этого съезда еще останется 3. Вот она, развязка. Я вообще планировал вчера подъехать вот на эту стоянку, встать за заправкой Татнефть. Но площадка здесь не такая уж и большая. То есть не факт, если бы я вчера вечером сюда дотянул, что здесь были бы места. Хотя у самой заправки площадь-то большая. То есть можно было где-нибудь присунуться в уголке. Давненько я не заезжал в Казань именно вот так, идя с Сибири, и заехать по работе. Да и не по работе тоже не заезжал. Какие валуны тут снежные натолкали в обочину. На солнышке как тепло, и не скажешь, что на улице 13 градусов минус.
Радар-детектор у меня что-то громко больно стоит, да, надо чуть потише сделать. Но так хотя бы, чтобы я слышал. Приезжаем буквально в город Казань и сразу через километр будет у нас поворот направо. По-моему, проезд Хезмет называется, да, если я не путаю. Вот они, камеры на входе фотографируют. Так, 380 метров. 380 метров поворот. Здесь. Интересно, никаких указателей. А точно? А вот еще указатель стоит грузовикам 6 до 23 и выше 15 тонн. Запрещено движение здесь даже по Мадыжскому тракту. Интересно. Так вот, мы уже и приехали. Так это получается, я сейчас здесь даже по Мадыжскому тракту не смогу пойти в Казань до 11 часов вечера. Мне и так нельзя. Придется, значит, выходить все-таки на объездную. И уже с объездной заходить по ближайшему маршруту. Ну что, мы приехали. Сейчас будем парковаться. Ну а дальше? А дальше все по плану. Выгрузка и ожидание документов. Я надеюсь, документы будут недолго готовить. Сейчас дождемся, Дафик припаркуется, и мы к нему пристанем. Не пристанем, а привстанем. Да, под тещину сторону все-таки вот так вот парковаться не очень удобно, когда еще и солнце в зеркала бьет. Но здесь места много, здесь не обязательно прям вплотную вставать. Так что мы сейчас тоже таким же маневром, как и Дафик. Решил все-таки поближе встать, да? Или он просто развернулся? А, поближе. Ну, давай, мы подождем. Надеюсь, тут проходная это рядом, а то сейчас здесь поставишь, а идти можешь куда-нибудь за угол придется. Так, ну уже неинтересно, он туда-сюда, туда-сюда, он может до бесконечности так ездить. Друзья, я пока съемку прекращаю, на территорию буду заезжать, чтобы, как говорится, не нарушить коммерческую тайну. Ох, дружок уже в сугроб уперся. Коммерческую тайну я уж снимать не буду, а главное, я вам постараюсь показать город Казань. А уж как у меня это получится, мы узнаем чуть позже.